Доброго времени суток, уважаемый зритель! Я продолжаю тебя знакомить с проектом Cryptonity. И в этом видеообзоре я бы хотел познакомить тебя с командой данного проекта. Но для начала с дорожной картой, ведь как без нее? Как видите, в 2018 году, только в июне начался старт данного проекта, когда пошло развитие его. И оно продолжается и по сей день, это для нас никого не секрет, потому что еще идет ICO, которое будет продолжаться до конца этого года. И как вы видите, у них грандиозные планы даже на конец 2019 года и на 2020 год, очень много планов, что, конечно же, не может не радовать. Также представлены партнеры, партнеры кликабельны, вы на них можете перейти и узнать, что же за партнеры и о ком идет речь. И вот мы перешли непосредственно к команде. Как видите, у команды имеется три соучредителя, они вот втроем представлены сверху. И как вы видите, также не у всех есть LinkedIn и ни у кого нет никакой информации о нем. Но сразу могу вас обезопасить для того, чтобы вы не переживали. Как вы помните, если вы смотрели мой прошлый видеообзор в White Paper, я показывал в конце видео, что в White Paper имеется информация. Давайте перейдем. Вот мы перешли в White Paper, и здесь действительно есть информация о каждом из членов команды. И как видите, Джево родился в Корее и выросший во Франции, является предпринимателем, лидером в предпринимательской деятельности, с большим опытом работы в различных сферах по всему миру. После начала своей карьеры международной по маркетингу Samsung Electronics, он дебютировал в своем предпринимательском путешествии, основываясь и работая порядочную производительную компанию, креативное агентство и строительное консультирование. Он решил присоединиться к компании Cryptonity, потому что он увидел возможности блокчейна и для данной сферы и для данного проекта. Итак, вы можете узнать о каждом из них. Вся информация здесь представлена. Надеюсь, что вы все-таки ее прочитаете. Я же не буду на этом особо останавливаться, вернусь обратно и скажу вам, как всегда, только одно. Не забывайте переходить по ссылочкам в описании и присоединяться к проекту. Изучайте его. У меня на этом все. Всего доброго и до новых встреч.